Этот день здесь, в Саутленде, знаменуется началом конца Барбары Грэхэм. Сегодня утром наш оператор службы новостей заснял на пленку ее отправку из Короны. Путешествие, которое, возможно, станет последней в ее жизни. Когда я смотрю, как Барбара садится в машину, которая отвезет ее в камеру смертников в Сан-Квентин, я думаю, как она не похожа на приговоренную к смерти убийцу, которая дает начало первой в истории Калифорнии тройной казни. Она больше похожа на симпатичную девушку, которая давным-давно на своем жизненном пути выбрала неправильную дорогу. Эти мысли отбили у меня охоту находиться в окружающей толпе журналистов со своим обычным шквалом вопросов. Вы все еще думаете, что у вас есть шанс? Что вы завтра наденете? Но даже сейчас у меня не умирает надежда. В любое время, до 10 часов завтрашнего утра, времени назначенной казни, судья или сам губернатор может принять решение остановить казнь. Вот она, едет. Барбара, посмотри сюда.